Да, заросло тут все камышами. Вроде бы раньше был доступ к воде, но может я ошибаюсь. Вот такие ручки. Решил помочь Лене. Не, ну чуть-чуть не хватало, и действительно почти работала блокировка, то выскочил бы. Да, вот такие шикарные места бывают под дубом. Отмечали мы тут как-то движуху. Фух. Слышь, зато меня, смотри, теперь никто не кусает. Потому что тебя боялся, думаю, что ты леший. Больше грязью намазаться, туда кусать. Да, да, так смотри, вообще перестали, а то кусали целый день, блин. Подымай еще, что-то домград не тот. Домград на вырастные выгодит. Это запаска, да? Да. Подожди, давай я еще подниму. Не. Ну давай, ты поднимай, ты скручивай, да. Оно же меньше. Ля, Лень, что делает? Хорош. А мы не могли грудить. Хорош. Вот. Фух, блин, какой у него салон чистый. А, все, хватит бить. Да ты маньячила. 20-го? Ты маньячила. Да. А, ну, шестой был. Шестой. А, ну, уже пора скиснуть. Кого, Ниву? Да. На котлеты. Да не, ну а что же на нее поставить? Ты же видел, какая модная была на соревнованиях? 38. Ну, на 34-х колесах. А. Ну блин, ну так... Снимай все, как его кусают. Она ж не ехала ни хера. На таких колесах. Не, не человек меняет колеса, а его еще дубом херячат, блин. Ну это просто наказание. Джипером быть нелегко. Пробил колесо, получай, сука, дубом по спине. Надо было ее хоть болгаркой нарезать, да? Ты к зиме готов, я понял. Шипы только осталось. Фулда, Кристен Монтера. Какая фулда? Росава. Росава, да? Да, купил на вот этих колесах. Вот, да? Вот это было лучшее из всех. Это диск тормозной тонковатый. Витя, покажи диск. Да? Я думал, у меня тонкий на гранчевых дизайнах. Так а что он тут новый? Да он точенный-переточенный. Он тут новый, не особо толстый. Да не, ну что-то вообще такое. Бриться можно. Тут новый, не особо толстый. Не, по сравнению с Майбахом, да. И с тягачом. Я видел, какие на тягаче. Класс. Ох, блин, укусил меня. Этот. Я в объяве где-то видел УАЗа штуку две. Думал поехать забрать, поторговать. Кто мой был, уже продан. Не. Такой весь комплектный, типа... Ну такой, не подготовлен, еще не переделан. Точно, Витин. Комплектный. 100%. Аккуратненький. Ну, Витин, за 1000. Дядь, нормальный УАЗ за 1200 не продают. Ну, от чего не продал? Я знаю, один продал. Ну, вот один. Чего? Один продали? Значит, еще, если один был, значит, еще будет. Слышишь, скорость удара намного выше, когда тебя кусают, да, получается? У них же 120 кадров в секунду, ты знаешь? У кого? Смотрят. Да? Да. А у нас? А у нас 24. Да ну что ты, что? Да. Кто тебе сказал? Да вот посмотри, у меня... в энциклопедии. У меня 60. Едет сюда к нам, да? У меня 60 Full HD. А у них 120. То есть они видят, пока везде вот так замахивается, они думают, о, дурачок. Ну я их убил сегодня нормальное количество. Ай, улетел. Я их убил много сегодня. Ну ты сегодня уничтожитель. Да реально, да. Давай я покручу. Или опускать. Дай покрутить гайки. Подтяни, я опущу. Да. Подтяни, я опущу. Шиномонтаж занял 2 минуты. Команда работает быстро, слаженно. Ну, 3 минуты у меня идет видео, 3 минуты шиномонтажа. Я бы, конечно, еще поменял заднее с передним. Воняюще. Я тоже думал. Странно, да? Вроде болото не то. А что, ты сильно прорезал там? Да. 36 грибков надо махать. Да не, есть эти же грузовой. Тут на Корчева там есть контора варит. Я там варил на залупах. Я же говорю, я даже вот ехал только по вот этой дорожке, визуально я ничего не увидел. Все, только поехали. Так, поставили на Ниву запасочку. Прорезал где-то колесо, хоть вроде места такие. Без каких-либо, блин, это жесть. Небольшой обед, едем мыть туловище и руки-ноги. О,
пробка какая-то непонятно, что там. Паша не едет. Опять стоим. Да, такие настоящие джунгли. Сейчас увидим, в чем там препятствие. Что-то или что-то лежит, или узко. Если узко, то не очень. Женя потерялся. Там было одно место немножко глубоко по колее. А не, есть. Выехал. Все нормально. Да, как-то мы тут ехали уже. Этот прозрачный забор такой справа, не новый чуть-чуть. Где-то наши тут нашли пляж. Сейчас. Так, ну, мы их нашли. Но где вы? А вот и пляж. А вот и банда. Нормально едем. Люди в недоумении. Откуда мы взялись? Такие чистые, красивые. И на современных автомобилях. А вот и газик, видите, как валит. Просто ракета. Я на заднем приводе. Едет по песку без напряга вообще. Даже нет никакого затруднения. Сейчас, может, дальше там еще есть озеро. Тут пейзажики. Элечка штурмует горку на заднем приводе. Ты на задке. Бородач возглавляет колонну. Такая нормальная банда.
со стороны выглядит это ярко. Доехали до шикарного места. Дельфин показал, как дельфин ныряет красиво. Все посмотрели, всем понравилось. Такой хороший пейзажик. Так, друзья, стартуем. Освежились, стартуем дальше. На оффроуд. Сейчас ждут нас хорошие места. Наверное. Угрозой по ширине в эти ворота. А тут можно открыть их. Небольшая остановка, и Леня не теряет ни секунды. Все, Мак. Леня, поехали, Леня. Макс починил газик, и мы начинаем путь. Точнее, продолжаем. Макс опять остановился. Причину не могли найти. Что-то в баке было, да? Я уже не плохо помню. Ну, оно тогда типа плавало-плавало, и вроде... появилось. Все было хорошо, а сейчас... О, блин. Нашел причину? Нет. Постучал немного, и бензин упал. Есть небольшой износ. Какого года машина, я забыл, Макс? 62-го. Ну, не сильно и старая, в принципе. Бывает и старше. Но моложе, старше бородача, конечно, намного. А ну-ка, льется. Где? Льется. А, значит, бензин есть. Так. И что может быть? Может, сам насос, да, типа? Не справляться. Жарко. Сразу траву он можешь снять. Появился, да? Ян, а ну немного с стартером дай. Вот без это? Зажигания, без зажигания. Это чистый вот стартер. Это, да? Да. О, пошел. Пошло, да? У меня знаешь, что было в УАЗе? Трубопровод был не прижатый, ну короче. И не проходила, тоже была такая проблема. Может, где-то прижато-зажато, там, где металлическая пережата, может быть, или просто шланг. Ничего, машины такие. Ну, тут, да, такие, видите, заборы. По стоимости нескольких квартир, наверное. Посмотри, набирается. Плохо набирается. Или насос не качает, или трубопровод забитый. Видишь, на холостых расходует мало, да, набирается по чуть-чуть. Вот. Это не пошел. Поступает плохо, я вижу, как-то так. Ну, как-то тяжело ему, да, или с воздухом, или... Надо пойти по трубопроводу смотреть, по бензопроводу смотреть.
Что это за звук? Клапан, наверное, какой-то. Как-то наполнилось, попробуем ехать, не знаю. Просто, Макс, там узко потом, надо где-то тут решить это как-то. Или привязаться, тормоза слабоватые. Так, едем и опять останавливаемся. Насос новый, да? Мы его на танк. Это же, видишь, запчасти. Помнишь, да. Сколько я насосов поменял на залупазли. Непонятно. Да, что-то не то. Держу сиденье. А? Может перегреваться? Может. Так, проверка уровня топлива. 30. 30 литров? Угу. А был пустой. Угу. Вон она чуть набрала, видишь. Вот, видишь, уходит. С фильтра ушло почти пустой. Конечно, надо, Макс, надо понять. Конечно, убрать вот этот фильтр, или, типа сделать на приметку. Не, подожди, или бензопровод забит, или, или насос не качает. Два варианта, больше ничего не может быть. Согласен с тобой. Надо выяснить, что для начала. Я с тобой согласен. Так надо выяснить, что. И тогда там что-то уже где-то открутить может. Один фильтр. Открутить, убрать систему. Думаешь, о, поможет? Вакуум был. Вакуум был? Да, вакуум. Значит, был. Видишь, значит, такие... Значит, трубопровод. Значит, трубопровод, бензопровод. Ой, бензопровод, да. Так, подожди, вакуум был... Может, банально там сетка забилась в баке? Ну, мы только что, типа, ее открывали. Слышишь, потянуть на себя или дунуть? Дунуть. Дунуть туда, давай, попробуем. Да. Обычно это помогает, можно компрессором даже. У тебя свой компрессор мощный. Дуется легко, да? Да. Легко дуется? Да. Значит, вопрос не здесь. Ну, а вакуум-то был, значит, фильтр. А ну, сейчас мы попробуем фильтр дунуть. Давай. Да? Ну так там сколько грязища, елки-палки. Тяжело, да? Вообще не дуется, представляешь? Ну все, выкидывай его. Я понял, я верю тебе. Выкидывай его. Витя добавил 3 подписчика только что. Они такие говорят, пацаны, как вы есть, где вас посмотреть на ютубе? И бородачим. Говорит, да, есть. Оффроуд, джип, бомба, там что-то такие. Чё, тюнинг. Они такие, фук, и не запомнили. Не могут запомнить люди этого всего, что он говорит. Да, конечно же. А я им говорю, ребята, машина к соревнованиям готова, осталось тормоза. Все. Тормоза осталось? Починил, да? Ну, конечно, сейчас новые. Ну, конечно, говорит, смотри, уверенно закрывает все. Тормоза? Починим уже следующего магазина. Давай. Я тебе помогу. Вон магазин. Руслан, слышь, погодь, Витя предусмотрительно сел в патрол и отдыхает. Покажи. Починил? Все. Полетели. За что я люблю дизель?
что с ним он или едет, или все. Тут там вариантов никаких. Хотя была похожая ситуация у меня тоже с топливопроводом. Так, друзья, вот финишная прямая в Нескучное. Уже мы объехали тут этот квартал слева, который сейчас от нас. Сейчас будет опровод опять.